запустился. Вдруг ни с того, ни с сего. Или дымка какая-то. Какая красота. Итак, у нас тут макаронный буфет. Такой лапшички мне взять, или вот такой лапшички мне взять. Thank you so much. Снова Оман, город Маскат. Я его называю Мускат. Как прочла первый раз Мускат, так он у меня Мускат и остался. У нас был в Ялте на Массандровском заводе делали Мускат красного камня. Поэтому хай буде Мускат. Сейчас я сяду на автобус, меня довезут к выходу из порта. И там я хочу взять лодочку. К сожалению, не могу деньги поменять никак. На мелкие купюры. Я надеюсь, будет сдача у тех, кто владеет лодочками. Сразу на автобус мне сказали, нет, вам надо пройти здесь. Хотя нас тут совершенно не проверяют. Не знаю, для чего это. Вроде как не жарко. А, нас будут проверять вот на этом. Надо вещи пропускать через сканер. Вроде как группа немецкая. Поехали. Итак, я второй раз в Мускате. У меня еще 3 раза предстоит посетить это прекрасное место, эту шикарную страну. Итак, нас выпустили с автобуса, и вон сколько нас ждут. Ждут с предложениями. Куда нас отвезти, что нам показать. Короче, здесь бот нельзя нанять, потому что это надо ехать куда-то на марину. Я хотела съездить на снорклинг, но... Да что ж ты так орешь? Ты же видишь, я уже прошла. Что ж ты так орешь? Я же не глухая. Ты посмотри, будет идти за мной и все, хоть ты тресни. Выходят мужики на туалета. Ну, араб. Hello, мадам. Я ему тоже говорю, hello. Чуть не сказал, мадам. Что это со мной? Не знаю. Короче говоря, в следующий раз я уже сюда приеду. А у нас есть петербургский экскурсовод, русскоговорящая девушка. И я тогда поеду на марину на снорклинг. Сейчас снова погуляю по городу. Вот прилипалы. Прям прилипалы. Я сказала, нет, мне не надо. И бегут, и бегут, и орут. Hello, мадам. Hello. Идите вы. Это тоже. Я тебе дам special price. Я говорю, нет, мне не надо. Я пошла гулять по городу. Хоть ты тресни. Снова пройдем через этот шикардосный рынок. Обалденный просто рынок. Причем рынок этот рыбный. А потом я пойду вот туда, в ту сторону куда-нибудь. Пойду похожу между домиков, в кафе сяду, кофе попью. Я же выбилась в купальник уже, вот у меня виден купальник. Ну, не суждено мне сегодня, не судьба. Пошли. Тут он прямо двойной такой этот рынок. А, опять же, это фрукты и овощи. Угу. Ну, фрукты и овощи я не пойду, я тут уже была. Что, собственно, смотреть? Запах такой тяжелый во фруктах. Прям такой земельный. Пошли искать акулу. Да, это стингрей. Их тоже, оказывается, едят. Для рыбаков. Пойти мне туда прогуляться, рискнуть своим здоровьем. Или не надо. Или пойдем по центральной уже улице.
meeting is Islamic banking. В порту еще одно судно такое стоит громадное. Где-то я тут, вон лодочка стоит. Я думала вот на этой лодочке покататься. Где она? Вон она. Хм, интересно. Кажется, туда добраться.